замутим тесто на блины по классической схеме. Господи, я так туплю. Из-за того, что хочу спать, я вот прям чувствую, что я в некоторые слова не попадаю. Что-то делаю не так. Горка на тортике. Не горка, а шап... Ну вот бортики вот эти должны подняться. Вот это вот я хотела добиться. Пару яиц не взбиваем, перемешиваем. Можете миксером, у кого есть крутой миксер, я, к сожалению, не дождалась брать нормального миксера. Сама купи. Пару яиц. Я положу, наверное, прям 3 ложки сахара, таких хороших ложки сахара. И, наверное, где-то... Угу. Примерно пол чайной ложки соли. Соды пол ложечки. Я не гашу. Ничего не горчит. Просто не надо класть килограмм. Молоко. Если нужна граммушка, давайте отмерим. А то все говорите, что на глаз сколько? 200. Кружечка. Наверное. Так, куревом запахло. Соседи курят. Курят. Курят соседи курящие у нас. 2 кружки, получается, здесь осталось пол-литра. Если будет недостаточно сахара или соли, можем всегда добавить. Вот получилось вот такое. И добавляем чуть муки. Муки здесь мерная кружечка. Мерная кружечка 400 миллилитров. Но, исходя из кружки, которая была такая чик-чик-чик-чик у меня основанная, она, то это 250 грамм муки в этой кружке с дракончиком. 250. Еще 250. Растительного масла не добавила. Еще растительного масла забыла, девочки, мальчики. Где-то, наверное, пол кружки я 100 миллилитров добавляю. Совсем забываюсь, но, простите, просто... У меня даже глаза шальные какие-то. Замешиваем такое густенькое тесто, которое сейчас будем заваривать кипяточком. И все, и можно выпекать. Как у нас там наш бархат? Бархат подымается. Причем подымается, зараза, не так, как я хотела, а нормально. Ну что поделать. Крошка все равно нужна будет. Или если борта будут хорошие у торта, то, возможно, вообще сделаю голый красный бархат. Такое тоже могу учудить. Видно? Такое. Что-то, наверное, мне кажется, маловато у нас будут блинов. Добавлю-ка я еще муку. Знаю я чаек. Всех. Всех чаек своих. Один Левка, блинная душа. Со сгущенкой. Подавай. Ну вот, совсем густой уже получилось. Сейчас кипятком давайте заварим. Ток вскипел. Буквально сколько? 3 минуты назад начали мы это видео. Как раз чайник вскипел 3 минуты назад. Наливаю кипятка до такого состояния, чтобы вам было удобно. Да? Хотелось жарить блины. Какое тесто вы там делаете для себя? Ну как бы уже... Достаточно. В чем прикол такого приготовления теста без миксера? В том и прикол, без миксера комочков не будет. Проще разогнать жидкостью густое тесто, чем потом в жидком тесте гонять эту муку, эти комочки ложкой, если у вас нет миксера. Правильно? Правильно. Все, достаем сковородки. Что, рабочая поверхность подготовлена. Сразу пеку на 2 сковородках, дабы... Не терять времени. Там в гараже у меня валяются еще 2. Я бы на всех 4 этим занималась. Так быстрее.
продуктивнее, а то я опять развела, как на Маланину свадьбу. Буду стоять до потери сознания. У плиты. А, что еще делать? С вами поболтаю, фильм посмотрю. Да? Что-то я подвыключила духовку, хотела сказать. Плитку. И эту тоже. Ой. А я, знаете, что не купила? С чем я блин-то буду есть? Я хотела со сгущенкой. А у меня есть вареная сгущенка, от трубок осталась. Точно. Я хотела варенье. Уходила от мамы, не взяла варенье. И не взяла ключи от гаража, где стоит варенье. Вот я лох. Придется в магазин идти за каким-нибудь джемом вонючим. Что ж такое-то? Пятница. Ой, нифига, ничего себе, так быстро схватывается. Смотрите, только вроде бы ее. Изи. Изи-бризи. Ну, такими-то темпами мы тогда тут за полчаса и управимся. Ну, как вы считаете? А, еще раз топила масло сливочное. Я же хотела блины прям жирные-жирные, как в последний раз. Вот именно такие блины жирные-жирные, как в последний раз, и будут сегодня. Буду спать, я не думать, что ли, опять. Когда просто, чтобы поскорее наступило следующее утро, их поесть. Это у меня практикуется уже в последнее время достаточно плотно, блин. Ну тоже на ночь, если поешь, потом чувствуешь себя плохо. Я не могу на ночь есть. Обожрёшься на ночь, и потом как этот. Так, что с этой стороны? Что-то прилипло. Ну-ка, отлипай. Ну что такое? Ну вот. Поел. Хати, это твой. Блин, я отстал. Вот предатель. Прям один предатель меня окружает. Я в плане сковородки. Так. И... Оп. Что-то, наверное, просто... Ничего себе шпарит плита. Так, а я Хати пускай остывает в раковине. Ну, бывает. Вообще простительно. Так как я сейчас чувствую себя, как бы все такие блины не получились. Это да. Как люди живут без сна, я не представляю. Хотя помните, да, вот эта вот трагедия моей жизни. Я же 6 дней ничего не ела и 4 дня почти не спала. Вот это меня штырило, вы бы знали. Из-за такой ерунды, из-за такой мелочи жизненной вообще. Дурочка, что сказать. Дурочка. Больше так не будет. Сладенькие блинчики получились. Ну-ка. А видела, как в чайной ложке делают блины. Давно уже в Петрозаводске у нас, когда я училась, был ресторан, открылся чайная ложка, назывался. Там все студенты кушали в Петербурге. Ну и кто был ближе к Петербургу, все кушали там. Ну и просто заходящие, приходящие люди. Петербург, это Петрозаводский государственный университет. Там и чай такой вкусный с чабрецом я брала. И вот эта вот блиница, такой большой вот лист, как он, плитка вот эта вот, калится, и там жжик, наливали тесто, и так жжик размазывали, и блин, такая красота, вот она. Такая вкуснота, блин, обалдеть. Но. Ну что? Буду жарить потихоньку, как только черный бархат. Красный бархат будет готов, я вас позову. Я хочу вам сказать, что прошло буквально каких-то минут 20, наверное. И уже смотрите. То есть процесс бледненький еще. Процесс скоростной прям. Ой. С этими блинами происходит. Две сковородки.
Все, чик-чик-чик. Сковородки тонкие, блины жарятся быстро. Блины это же, да? Не в мясо. Что он тут жарится-то? Чик-чик, с обоих сторон готово. Маслицем обязательно сейчас смажем. Ну. Жирные такие, класс. Буду тоже жирная, как блин. Собственно, это было 20 минут. Все, да нет, вру, какие 20 минут. Это было час. Час-то я уже путаю. Час я их выпекала, получилась вот такая вот гора-гора. Стопочка-стопочка горячая. Блинчиков. Как раз сейчас красный бархат подошел уже. Можно доставать. Блинов у нас бомбезное количество. Так что всем приятного аппетита. Какие они получились. Я сейчас покажу. Тынц, тынц, тынц. С хрустящими краюшками. Так мне это нравится. Так, да, вот такие я люблю. Все.